Тюменцы сегодня вернулись с российской студенческой весны. Фестиваль прошел в Нижнем Новгороде. Наш регион представляла делегация более чем из 100 человек. Это актеры, музыканты и художники. Они привезли с собой целую россыпь наград, получили гран-при в театральном направлении, лучше признали и нашу региональную программу. В общей сложности тюменцы завоевали 12 наград. Все работало как часы, все друг друга поддерживали, помогали. Когда мы получали гран-при, стояли, ждали объявления результатов, мы объединились все вместе в один большой круг и ждали прямо этого со слезами на глазах.